Ну а что касается подвоза воды, он организован по всем населенным пунктам, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. Так, в Плиеве ежедневно 10 машин курсируют по улицам села. Все желающие приходят с канистрами и бутылками и совершенно бесплатно получают необходимое количество воды. Ну, подвоз воды они делают, конечно. Это отдать должное надо. Они делают. Они стараются, конечно, делать. Сейчас мы в оперативном штабе, вот несмотря на позднее время, уже 7 вечера, мы принимаем заявки, сидим здесь. Они нам отдают вот адреса, улица, номер, вот, телефонный номер, как машина у нас подъезжает с водой. Мы сразу звоним, что к вам подъезжает машина, подготовьтесь, там посуду, что подготовили. Те, ну, в селах у нас есть колодцы, если на улице там 1-2 колодец есть, мы туда заправляем эти колодцы, и соседи разносят. Что воду продают, это так на уровне басен, конечно, воду мы, администрация покупает. Пусть обращаются в оперативный штаб, вот вы видите списки, вот они целые списки, адреса, где вот мы записываем, номера телефонов, пусть в оперативный штаб обращаются, в Плиево. Есть у нас оперативный штаб в правительстве, пусть звонят, есть 112, вот кто с них требует денег, нам 2 минуты подъехать, мы посмотрим, что это за ребята такие смелые. А так воду подвозим бесплатно.